Сегодня видео будет о том, как добавить сеть Matica к себе в кошелечек MetaMask. Заходим в MetaMask, нажимаем на троеточие и нажимаем Expand View, так будет удобнее вбивать все данные. После чего у вас откроется на полную окно MetaMask, после чего вам нужно нажать вот здесь на стрелочку для того, чтобы сменить либо же добавить новую сеть. Добавить новую сеть нажимаете Custom RPC, после чего у вас здесь выскочат поля, которые нужно заполнить. Все данные вводим обязательно на английском. Название сети у нас будет Matic Mainnet. Все данные я оставлю под этим видео, чтобы вы не искали, могли просто скопировать все. Добавляем сюда ссылочку. Под Chain ID вводим 137. Символом у нас является Matic. И снизу вставляем еще одну ссылочку, которую я также прикрепила под видео. И нажимаем кнопочку «Сохранить». Все, как видите, у нас вот жирно выделено, что появилась новая сеть внутри MetaMask, которая называется Matic Mainnet. Вот здесь также она появилась. Вот мы можем теперь переходить с эфира на Matic. Давайте проверим в самом еще кошелечке. Вот здесь сверху мы можем с эфира или с Binance Smart Chain перейти на сеть Matic. У нас автоматом уже сразу подтянулись токены Matic. Matic – это токен, который необходим для оплаты газа. То же самое, что в сети эфира мы платим ETH за газ, в сети Matic Mainnet мы платим Matic за транзакцию. То есть нам нужно перевести сюда токены Matic в свой кошелечек, чтобы мы могли в этой сети проводить любые транзакции. Все, надеюсь, видео было полезно. Спасибо большое за просмотр. Записываю серию таких видосиков по руководству MetaMask, потому что очень часто в моей группе спрашивают. Пока и ставь лайк.